Тем временем Польша рассматривает возможность выхода из Евросоюза. Об этом предупредил глава Европейского совета и экс-премьер страны. По словам Дональда Туска, правящая партия «Закон и справедливость» свела все сотрудничество с ЕС к получению финансирования. Если Варшаве самой придется вкладывать деньги в другие страны, власти могут организовать референдум о выходе из Альянса.